Экологическая акция на Рыбинском водохранилище проводится специалистами «Фосагро Череповец» уже второй год подряд. И это один из ярких примеров ответственного природопользования. «Фосагро» активно участвует в различных природоохранных мероприятиях. Только за последний год компания направила на охрану окружающей среды порядка 750 миллионов рублей. Наши предприятия используют воду в своих технологических процессах из Рыбинского водохранилища. И для нас очень значимым и приоритетной задачей в области экологической политики является восполнение биозапасов Рыбинского водохранилища. На Череповецкую землю, а точнее воду, мальки приехали из Ярославской области. Специалисты главрыбвода, буквально прищучившие водохранилище, считают проведенную акцию крайне полезной. Щука не лестится на третьем году жизни, а ее очень большую массу рыбаков-любителей вылавливает в раннем молодом возрасте. Поэтому здесь вопрос воспроизводства щуки на Рыбинском водохранилище стоит очень остро. «Фосагро» второй год подряд уже восполняет эти ресурсы, и всем бы другим предприятиям бы тоже нужно бы обратить на это внимание. Благодаря акции, которую экологи планируют продолжить и в будущем, удастся восстановить популяцию щуки в водохранилище. А это значит, что рыбаков ждет хороший улов, а хозяек – прекрасный ужин.